Шеф-повар Максим Григорьев. Салат «Дамские причуды». Не знаете, чем бы удивить искушенных гурманщице, тогда рецепт салата «Дамские причуды» должен подойти идеальным образом. Салат получается очень вкусным, все ингредиенты, на первый взгляд, очень привычны, но добавление кунжута вносит свою дополнительную нотку, которая отлично дополняет блюдо. Время приготовления – 5 минут. Ингредиенты. Картофель 2 штуки. Крабовые палочки 180 грамм. Кукуруза консервированная 130 грамм. Кунжут белый 1 столовая ложка. Майонез 2 столовые ложки. Огурцы 2 штуки. Яйца куриные 4 штуки. Шаг 1. Для приготовления салата «Дамские причуды» вам понадобится кунжут, крабовые палочки, картофель, яйца, огурцы, майонез и кукуруза. Шаг 2. Подготавливаем все необходимые ингредиенты. Картофель и яйца отвариваем. Кукурузы высыпаем в глубокую тарелку. Шаг 3. Кладем нарезанные яйца. Шаг 4. Крабовые палочки нарезаем кубиками. Шаг 5. Огурцы нарезаем так же, как и крабовые. Шаг 6. Кладем кунжутные семечки. Шаг 7. После я заменила салатник на более большой, чтобы было удобнее мешать. Заправляем салат майонезом. Шаг 8. Кладем нарезанный картофель. Шаг 9. Солим салат по вкусу и перемешиваем содержимое. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.